Я скажу вам моє ставлення до війни. Те, що ви зараз почуєте, можливо, вас здивує. Всі мої родичі, які військового покоління, всі доходили до Дніпра, хтось під Москву, тому що всі мої рідні старшого покоління воювали на стороні Вермахта. Поясню, чого. Я народжений в Закарпатті, і 80%, напевно, тих мужиків, які жили там, були відправлені в угорську армію, а угорська армія йшла разом з німцями, і в цьому немає ніякого. Вони всі у цьому не були винними. Тому для мене закінчення війни, де 100 мільйонів людей перестали вбивати один одного тільки тому, що кілька політиків не змогли, будь-яка війна – це завжди результат недолугих переговорів якихось політиків між собою, правда? Тому не святкувати закінчення війни, я з вами абсолютно згоден. Закінчення смерті, закінчення трагедій, але стільки брехні, скільки, знову ж таки, і про ту другу сторону, як ви кажете, так? Люди не могли би сидіти в лісах до 53-го року масово, якби їх не підтримувало місцеве населення. Вони не могли вбивати місцеве населення, хоча б по тій причині, що це були їхні жінки, діти і всі. Це були їхні села, звідки вони родом. Тому не було би стільки брехні з одного, з іншого боку, не було би зараз нашої з вами дискусії. Петр, ми тут вряд ли поймемо друг друга. Потому что в моем понятии, в моем понятии, если на родину нападает враг, ее надо защищать. Если, как вы говорите, нет выбора и надо переходить на сторону врага, это называется предатель. Поэтому мы по-разному смотрим на 9 мая. А кто переходит на сторону врага? Я вам могу сказать, что во время Великой Отечественной войны на Украине погибло 8 миллионов человек. 2 миллиона солдат, 6 мирных миллионов. И часть из них, тех, которые не ушли, ни из Закарпатья, ни из Харькова на сторону вермахта. Те, которые не изменили родине и предпочли смерть. Поэтому мы по-разному смотрим на эти вопросы. Зараз мене... Поэтому я не хочу пересматривать и входить в эту дискуссию. Вы зараз меня не почули, пане Евгене. Мы были территорией Угорщины. Мы никуда не переходили. У нас не было до того часу радянской влади. Розумієте? І ставлення у людей, які там у нас не було. У нас радянська влада прийшла. Скажіть, будь ласка, скільки німці вбили на Закарпатті людей? Тільки в 44-му році. Скільки німці на Закарпатті вбили людей? Я не знаю. Це була не агресія, це було не нападення. Скажіть мені, що це було? Слухайте, вони зайшли туди і... Зараз просто технологи намагаються сказати, що воювали два режими. Ми ж з вами не два політика, ми не будемо зараз сваритися, правда? Ні, це наша з вами мировоззренческая позиція. Ні, чому? Я вважаю, що ті, хто перейшов на сторону фашистської Германії, предателі. И как бы они там себя ни называли, и как бы они ни придумали, что они не воевали с коммунистическим режимом. Давай мы все-таки, чекай, если до меня, если я живу тут, если я живу в Киеве, и до меня прийде сюда ворог, я никогда не перейду на его сторону, потому что я буду запродан этим. Еще раз поясню, это была совсем другая страна. Це були зовсім інші. Вони були союзниками між собою, і вони йшли разом проти того, кого вони вважали на той момент злом. От і все. Тому що у них так само була пропаганда, тільки геббельсівська, а тут була інша пропаганда. І, Женя, ви самі собі ж зараз не вірите. Це реальне протистояння двох величезних світових систем. І ви це знаєте, це правда. Петь, Євгеній, у мене є час людей, які хочуть бути на стороні сили. И неважно, это сила зла или сила добра. Не буду говорить какие-то высокомерные пафосные вещи, но я думаю, что сейчас каждый телезритель сам понимает, о чем я говорю. Вот сейчас Евгений, простите, мы сейчас услышали позицию Пети, мы услышали позицию Евгения. Мы не хотим это сейчас превращать опять в политизацию вопросов, связанных с историей. Какая политизация, Владимир? Я вам объясняю. Можно я задам вам вопрос как человеку? Позвольте. Те, кто перешел на сторону фашистской Германии, это кто? Евгений. Ответьте. Евгений. Ну ответьте. Позвольте мне все-таки озвучить то, что я хотел озвучить. Так сложилось, что Украина в свое время была слеплена из частей многих государств. У нас нет региона практически, в котором была бы простая история, в которой оценки истории были бы черно-белыми. Ну, такого практически не бывает. История, в принципе, наука своеобразная достаточно. И если мы на сегодняшний день все-таки хотим, чтобы общество у нас не раскалывалось, если мы хотим, чтобы у нас в обществе был компромисс, чтобы у нас в обществе был консенсус, это по факту то, чего вы даже требуете от своих политических оппонентов. Слышать и слушать друг друга.
признавать право своих оппонентов на свою трактовку истории, но не навязывание ее. Вот именно поэтому я сейчас предлагаю вот эту историческую дискуссию свернуть. Владимир, а можно я предложу выход из этой ситуации? Давайте. А давайте мы эти вопросы раз и навсегда снимем с повестки дня политиков. Давайте мы эти вопросы будем решать на местных референдумах. И каждый населенный пункт, каждый город, каждая область... Вы хотите регионализировать эти вопросы? Я закончу, если можно. Я вам скажу, чего я хочу. Угу. Я хочу, чтобы каждый определял для себя, если Украина разная, какой праздник праздновать, какое название носить его улице и его городу. И чтобы не какой-то там Ветрович или какие-то там представители каких-то областей, которые говорят, что мы не были на тот момент Украиной и были частью другой страны, не рассказывали мне в Харькове, коренному украинцу, как правильно любить свою страну. Я без них разберусь. И я думаю, разберутся все те люди, которые вышли 9 мая. Не надо просто лезть к нам со своим уставом. И если мы действительно хотим, чтобы этого раскола не было, нужно дать местным грабандам максимальное количество полномочий. И тогда, в том числе и местную полицию, чтобы полиция не стояла и не занимала однобокую позицию министра. Муниципальную вы имеете в виду? Да, муниципальную. Хорошо. И тогда, поверьте мне, в стране будет порядок, и страна будет целостной. Празднуйте день рождения Бандеры, но не ломайте нам памятники и не переназывайте наши мосты и проспекты. И тогда будет мир, и этот вопрос больше не будет аспектом спекуляции. Вот именно поэтому я сейчас вам об этом и говорю. Ну, то есть вы смотрите, требуете говорю, этого Владимир, от оппонентов. Я зарегистрировал эти законопроекты. Вы требуете Они этого лежат. От оппонентов. Ну, сами готовы такой подход исповедовать? Абсолютно. Мне все равно, еще раз говорю, какие праздники празднуют в других городах. Это должны решать горожане. И они должны решать, как должны называться их улицы. Еще раз говорю, я не просто говорю, я положил этот законопроект. Он зарегистрирован в Верховном Совете. Но если мне задают мою мировоззренческую позицию, выясняют. Я ее говорю, как я отношусь к тому или иному историческому событию, к тому, что происходит в данный день. Для меня это праздник. Для меня это Великая Отечественная война. Потому что только наше Отечество... Так же, как для миллионов других смотрите, украинцев. Смотрите, я не видел памятников американским солдатам или там британским солдатам в Европе. Я вижу памятник советскому солдату в Вене, в Берлине. Я видел красный флаг над Рейхстагом. И можно бесконечно пересматривать и переписывать историю, но правда есть. И то, что вы говорите, Петр, о том, что кто-то считает. Вы знаете, для меня важно сейчас, как считают ветераны. И для них это праздник. И их действительно становится очень мало. И для них это основной праздник в году, когда они ждут, когда они одевают свои ордена, когда действительно о них вспоминают многие политики, которые не помнят о них в буднях. По поводу Дня примирения и скорби 8 числа. А почему 8? А почему не вспоминать, что каждый день гибли на протяжении этой войны огромное количество людей? И кто должен с кем примириться? Да, немцам, наверное, очень сложно смотреть в глаза всем остальным странам и тем, кто воевал на стороне гитлеровской коалиции. Но вот пусть они и мирятся. Пусть они просят прощения за убитых детей, за сожженных, за концлагеря. Послушайте, пока что я вижу, как 9 миллионов украинцев работает за пределами Украины. И большая часть в Европе. А остальные живут как в рабстве. Знаете, война поменяла форму. Она ведется экономическим методом, через МВФ, через все остальные вещи. Но, по сути, Украину постигла та же участь, которую ей рисовали в 41-м. И я с этим не согласен.